Сегодня мусульмане отмечают Курман-Байрам. Со светлым праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Это один из самых почитаемых праздников для приверженцев ислама, уходящий корнями в глубокую древность. Помимо этого, Курман-Байрам символизирует собой окончание хаджа. Этот праздник напоминает нам о ценностях, которые лежат в основе ислама, благочестии, милосердии, доброте и гуманности. Сегодня очень важно следовать этим общечеловеческим ценностям. Они являются залогом межнационального и межконфессионального согласия в обществе, служат примером духовного воспитания молодого поколения и укрепления семейных ценностей. В эти дни светлого праздника мы просим у Всевышнего крепкой веры, здоровья и благополучия.